Бойцов Филипп Степанович родился 17 сентября 1917 года в деревне Раслово Нижнеуганского района Смоленской области. В 1941 году окончил Балашевскую военную авиационную школу пилотов на фронтах Великой Отечественной войны с 1942 года. Под Сталинградом 7 октября 1942 года за 10 боевых вылетов он уничтожил две пулеметные и минометные огневые точки, артиллерийскую батарею, десятки гитлеровских солдат, штаб крупного гитлеровского соединения. К лету 1943 года на самолете У-2 совершил 438 ночных боевых вылетов. На Южном фронте он 34 раза водил на штурмовку группы Ильюшиных и не потерял при этом ни одного самолета. 31 июля 1943 года в районе поселка Степановка, отбивая атаку вражеских истребителей со своей эскадрилью, Бойцов сам сбил одного из них. К августу 1944 года совершил на Ил-2 92 боевых вылета, уничтожил 43 танка, 127 автомашин, 19 орудий, 2 переправы и более 500 гитлеровских солдат и офицеров. После окончания Великой Отечественной войны продолжал служить в советской армии, обучая молодых пилотов мастерству вождения боевых самолетов. В 1947 году окончил Краснодарскую высшую офицерскую авиационную школу штурманов ВВС. В 1954 году майор уволен в запас. Жил в городе Куйбышеве, ныне Самара. Работал преподавателем Дома пионеров. Умер 28 марта 1999 года. Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени, орденом Александра Невского, 2 орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями.